Дорогие друзья, в этом году нашему университету исполнилось 25 лет. В течение всего года проходили и еще будут проходить самые разные юбилейные мероприятия. Конечно, пандемия внесла свои коррективы в наши планы, но большой праздник все равно будет. 14 октября он пройдет в университете под знаком Дня МГПУ. Я приглашаю вас стать зрителями онлайн-праздника «Первые 25», который вы сможете посмотреть на YouTube-канале МГПУ в 18:00 в прямом эфире. Мы поздравим университет, посвятим всех первокурсников онлайн, пошутим, объявим лауреатов премии «Люди МГПУ», заглянем в будущее и все вместе хорошо проведем время. До встречи 14 октября на YouTube-канале университета. Что, сняли? А про хендлайнера не нужно ничего говорить?